Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами поговорим, как выставить точку доставки. По идее, точка доставки выскакивает сразу же, как новичок заходит в свой личный кабинет. Но иногда бывает такое, что новичок его закрывает, эту точку доставки, переходит куда-то в другие места, начинает набирать товар в корзиночку, и товар в корзинку не набирается, потому что компания не понимает, на какой агентский пункт вы делаете заказ, на какой сервисный центр вы делаете заказ, и компания не может вас прикрепить никакому сервисному центру, и наличие продукции, да, на этом сервисном центре она не может отследить. Поэтому прежде чем добавлять заказ в корзину, нужно обязательно выставить точку доставки. Итак, заходите в личный кабинет, да, вот он тут в верхнем правом углу всегда, личный кабинет. Заходите в личный кабинет и, конечно же, что нужно сделать? Нужно зайти в раздел «Личные данные». В разделе «Личных данных» у вас есть адреса доставки. Нажимаете на адреса доставки, и вот у меня есть адреса доставки, да, вот тут я делаю заказ своей свекрови, то есть я его выбираю, прежде чем отправить заказ на свекровь, да, тут у меня я в Кирове заказы забираю, мы недавно переехали, а тут я буду, допустим, делать заказы тому, кто у меня остался в Мурыгино, да, допустим, своим новичкам я буду отправлять пробники, да, вот я буду туда делать, да, то есть сейчас у меня адрес по умолчанию, это мой близлежащий агентский пункт в моем городе. Итак, как же я выбирала, да, то есть я нажимаю «Добавить адрес», нажимаю «Добавить адрес», и тут выбираю, да, пишу свою страну, свою область, свой город, район, если нужно, да, и место доставки. И я нажимаю «Выбор точки доставки», и мне уже предоставляют список или на карте, да, или на карте, или в какие агентские пункты меня пригласят, да. Далее я могу выбрать какой-либо из постаматов, да, из постаматов, и также я могу посмотреть все это опять-таки на карте, да. Конечно же, на карте, вот я нажимаю на, как даже сказать вам, да, нажимаю на весь экран, и тут я уже выбираю, где мне удобнее, да, то есть вот моя улица Московская, да, и я смотрю, что агентские пункты тут вот есть, вот тут вот, да, три агентских пункта и тут, то есть я могу выбрать так, я, если я сейчас тыкну, допустим, на этот агентский пункт, да, ПВЗ, это пункт выдачи заказа, да, то есть ПВЗ, да, тут, видите, постамат, это ПВЗ Ростелеком Менделеева, да, это ПВЗ Киров Юго-Запад Прищепова, да, то есть я могу где угодно, да, забирать свои заказики, вот, но я считаю, что вот тут мне будет ближе, да, ближе всего, потому что вот мой дом, вот это вот как раз мой дом, и вот я сюда, думаю, быстрее дойду по студенческому, да, как бы проезду, вот, поэтому я выбираю, когда я нажимаю «Выбрать», и нажимаю «Выбрать все», он у меня есть. Если это единственный ваш агентский пункт, который вы выбираете, то вы можете нажать «Сделать его по умолчанию». То есть я выбираю Киров, улица Лепси, дом 56, Якимова. Пойдемте же его смотреть, да? Киров, улица Лепси, дом 56, Якимова. Выбор точки доставки нечаянно скинула, да? Вот она у меня. Да, то есть вот, вот она у меня, Киров, улица Лепси, дом 56, Якимова. И я нажимаю «Выбрать». Также я могу посмотреть подробнее, как оно работает. Как этот агентский пункт работает. Могу позвонить по номерам телефона, которые тут даются, да, могу увидеть режим работы, могу увидеть категорию ПВ. Самая лучшая категория, это, конечно же, первая, но, в принципе, мне без разницы, откуда забирать заказы. Далее, значит, комплектация доставки. Если я до 7 часов, 25 числа до 7 часов утра бы сделала заказ, то он бы мне пришел 29, да, числа. То есть вот так вот это все означает. Далее я могу посмотреть
посмотреть, кто это, да, увидеть даже держателя АП, да, то есть могу даже посмотреть фотографии ПВ, но тут его нету, да, тут только мои фотографии. Вот, ну вот, в принципе, и все. Могу написать на электронную почту, могу позвонить, то есть все, что я угодно, я могу делать. То есть я это все выбрала, и, допустим, я сегодня буду делать именно заказ, вот именно на этот адрес, поэтому он у меня стоит по умолчанию. Если я сделаю по умолчанию этот адрес, то все мои заказы будут идти свекрови по умолчанию, да? То есть если я выберу по умолчанию, да, Мурыгина, то мне придется ехать Мурыгина за заказом, да, из города уже теперь. Ну вот, в принципе, и все. С вами была Кунова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Выставляйте адреса доставки, выбирайте, что вам ближе, что вам лучше, что вам удобнее. А я вам желаю отличного продвижения по карьерной лестнице, удачи, роста, везения, во всем вдохновения. И, конечно, была бы рада вам полезной.